Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 353. Как изменится сумма, если пункт А одной из слагаемых увеличить на 5. Давайте сначала посмотрим на конкретном примере. Пусть у нас есть сумма 5 плюс 3. Получаем 8. Одно из слагаемых увеличим на 5. Давайте второе слагаемое увеличим на 5. Было 3, стало 8. Увеличили на 5. 5 плюс 8 будет 13. Первая сумма была 8, вторая 13. Разница здесь 5. То есть сумма также у нас увеличилась на 5. Этот же пример можно было рассмотреть не на конкретных примерах. Теперь мы умеем действовать с буквенными выражениями. Пусть у нас есть сумма А плюс Б. Одно из слагаемых увеличим на 5. Ну, допустим, первое слагаемое увеличим на 5. Воспользуемся переместительным и сочетательным свойством сложения. Получим А плюс Б. Это та сумма, которая у нас и была. И еще плюс 5. Видно, что сумма у нас увеличивается на 5. Пункт Б. Одно из слагаемых увеличить на 5, а второе на 10. Давайте сразу будем использовать буквы. Пусть у нас есть сумма А плюс Б. Одно слагаемое мы увеличим на 5. Первое слагаемое увеличим на 5. А второе увеличим на 10, то есть b увеличим на 10. Посмотрим, на сколько у нас увеличится сумма. Воспользуемся тоже тут переместительным и сочетательным свойством сложения. И перепишем наше выражение следующим образом. A плюс b у нас будет, и во второй скобке 5 плюс 10. 5 плюс 10 – 15. Получаем a плюс b. И еще плюс 15. А плюс b – это наша прежняя сумма. И еще плюс 15. То есть вся сумма у нас в этом случае увеличивается на 15. Пункт v. Одно слагаемое увеличить на 6, а второе уменьшить на 6. Вот все, та же сумма у нас а плюс b. Первое мы увеличили на 6. Второе уменьшили на 6 слагаемое. Получаем после применения свойств а плюс b в первой скобке и 6 минус 6 во второй скобке. 6 минус 6 – 0. А плюс b у нас сумма остается. Значит, в пункте v, в случае пункта v, у нас не изменится сумма. И последний пункт, пункт g. Одно из слагаемых увеличить вдвое. Что значит увеличить вдвое? То есть у нас было слагаемое а, а стало 2 умножить на а. Если по-другому записать 2 умножить на а, это будет а плюс а. Вот у нас была сумма а плюс б. Одно из слагаемых мы увеличили вдвое. Было а, стало 2а. И плюс б осталось. Вместо 2а можем написать а плюс а. Ну и б еще. То есть у нас получается а плюс б. То есть к нашей сумме мы прибавляем еще величину первого слагаемого. То есть вся сумма увеличится на величину слагаемого. Ну и все, выполнили мы задание 353. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.